Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Оп. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор гиалуроновой кислоты низкомолекулярной. Колоссальную роль гиалуроновой кислоты в современной косметологии крайне трудно переоценить, а ее сумасшедшая популярность и востребованность обусловлена целым спектром полезных качеств. Отвечая за целостность клеточных структур, гиалуроновая кислота выступает в роли природного водохранилища, заполняя ее межклеточное пространство и удерживая водный баланс кожи на должном уровне. Крайне актуальна гиалуроновая косметическая линия товаров для лица, кому за 30, так как с возрастом естественное производство этой кислоты в человеческом организме существенно понижается. А ведь это, несомненно, приводит к проявлению ранних признаков старения и вместе с тем таких нежелательных последствий, как сухость, дряблость, утрата эластичности и морщинистость кожи. Косметические свойства порошка гиалуроновой кислоты таково: антивозрастное действие, поддерживает оптимальный водный уровень дермы, останавливает разрушение коллагена, ускоряет регенеративные процессы в коже, способствует доставке биологически эффективных веществ в кожу, устраняет сухость. Сфера косметического применения такова: маски, увлажняющие кремы, тоники для зрелой кожи, активные сыворотки, молочко для сухой кожи, гели под глаза, декоративная косметика, антивозрастные средства. Вот такой баночке мы отправляем данный компонент нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!